Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия, мне 19 лет. Я учусь в МХАТе на втором курсе. Я с детства мечтала стать актрисой, а еще я увлекаюсь большим теннисом и рисованием. Хорошо. Вы учили покойника Сергея Есенина, как я просил? Да, конечно. Прошу. Уж крышку туго закрывают, чтоб ты не мог навеки встать. Землей холодной зарывают, где лишь бесчувственные спят. Ты будешь нем на зов наш зычный, когда сюда к тебе придем, и вместе с тем рукой привычной тебе венков мы накладем. Венки те красотою будут, могила будет в них сиять, друзья тебя не позабудут и будут часто вспоминать. Покойся с миром, друг наш милый, и ожидай ты нас к себе. Мы перетерпим горе с силой, быть может, скоро и придем к тебе. Сказать честно, меня удивило ваше прочтение. Обычно люди читают его со скорбью, вы же с азартом. Есть в смерти нечто торжественное. Не могу не согласиться. У меня к вам последний вопрос. Почему именно вы? В отличие от многих, я люблю ужасы. В них я вижу поэзию и неподдельную грацию. Есть любимый ужастик? «Кошмар на улице Вязов». Выбор, конечно, попсовый, но переоценивать вплату вы с краевым невозможно. Что ж, Анастасия, увидимся на съемочной площадке.
Добрый день, меня зовут Алиса, мне 18 лет. Учусь на актрису... Одну секунду. С вами все в порядке? У вас проблемы с законом? Вы убили человека. Есть решение. Сверхпрочные мешки Ламберта. Просто положите мешок на остывающее тело, и полицейские его не заметят. Где же этот чертов труп? Мусорные мешки Ламберта. Они точно не мусорнутся. FBI, open up! Достали грустные, однотипные похороны. Чувство фрустрации убивает вас. Есть решение. Только сегодня. Похоронное агентство «Чертенок» предоставляет 50% скидку по промокоду «Бал у сутаны». Раскрасьте ваши похороны. Танцпол в стиле диско, наркотики, шлюхи, все радости жизни. Звоните прямо сейчас по горячему номеру 6-666-666-666-666. Все 6 точки, короче. Сделайте вашу загробную жизнь ярче.
Всем привет. Меня зовут Вадим Кистерев. Мне 31 год. Я работаю фотографом. На часах 16:38. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, я мертв. Я не знаю, кто меня преследует. Но точно знаю, что началось это неделю назад, когда я случайно сфотографировал что-то не поддающееся рациональному объяснению. Вы вступили в секту? Поздравляю, вы нашли семью. Но вдруг ее бюджет ограничен. Ритуал уже завтра, а вам все еще не выдали ритуальный плащ и нож. Обидно, но есть решение. Интернет-магазин «Кислород». Здесь есть все, что нужно юному идолопоклоннику. Плащи, ножи, жидкости для розжига. Все, что ваша бессмертная душа, которой, кстати, можно оплатить заказ, пожелает. Интернет-магазин «Кислород». Доставка на следующий день. Смотрите, не задохнитесь.
ваш ребенок наркоман? Или, может быть, он алкоголик? Или он просто вас достал? Но решение есть. Реабилитационный центр «Солнышко». Трехразовое питание. Прогулки на свежем воздухе. И, конечно же, команда профессиональных психологов. Это то, что вашему ребенку не светит. Наши способы стары как мир. Мы просто выбьем из него все дерьмо. Реабилитационный центр «Солнышко». В случае тяжких телесных травм и смерти пациента мы ответственности не несем. Ну что, детишки, голоса в голове не дают вам покоя? Сомневаетесь в реальности происходящего? Вам кажется, что у вас шизофрения? Поздравляем, вам не кажется, но решение есть. Таблетки стоп-шиза. В отличие от обычных антидепрессантов, они не провоцируют проблемы с потенцией, сном и настроением. Они их создают. В чем же смысл пить наш препарат? Он со вкусом апельсина. Стоп, шиза. Смотри, не сойди с ума!